Да, дорогие друзья, вы знаете, я вот сейчас подумал, эти тараканы вот чем-то напоминают мне наших депутатов. Мы каждый раз на них ставим, каждый раз на что-то надеемся, и каждый раз происходит одно и то же. Вроде бы приходит человек, а через год оказывается, бац, и таракан. По-разному бывает. Друзья, вы знаете, например, иногда в жизни мы что-то такое делаем несуразное, а потом понимаем, что все это было напрасно. Давайте уже сейчас жить так, чтобы потом не хотелось все отмотать назад. Как дети, мечтаем порой, чтоб жизнь наша стала игрой. Вот если бы нам загадать, чтоб время назад отмотать. Рассветом станет закат, ползет лавина назад, и ветер строит дома, и снова со снегом зима. И дым возвращается в трубы обратно, деревьями вновь зарастают Карпаты. В Киеве пробки с утра исчезают, асфальтом дороги кругом обрастают. Все меньше в лесах и озерах пластмассы, и школьный автобус не едет на красный, и грязи поменьше уже в интернете. Никто нас не делит на тех и на этих. Из Польши вернулся народ, в стране население растет, и нету тревожных вестей, и брошенных нет больше детей. Летят снаряды назад, без слез у мамы глаза, и в дом, возвращая любовь, родители сходятся вновь. И незачем жечь поминальные свечи, и совесть никто не меняет на гречку. И гаснут конфликты, и гаснут пожары, и камни в руках остаются в санжарах. Вернулся Донбасс, снова Крым украинский, и не о чем больше общаться нам в Минске. И все, кто столкнул нас с мирной дороги, ответят за все, ну хотя бы перед Богом. Студия «Квартал 95». Спасибо, Украина. И «Квартал Girls Band». Yeah. Thank you very much. «Квартал 95» made in Ukraine. Шоу до зустрічі. Будьте здоровы, берегите себя. И мойте руки, кстати. Дякую. По словам экспертов, до благополучной жизни в Украине остается около 5-6 увольнений Кабмина. В Верховной Раде депутаты приходят и уходят, но есть в ней персонажи, которые остаются там навсегда. Итак, где-то в столовой Верховной Рады. Смотрим. Здравствуйте. Боже мой, граф, кого я вижу, мое почтение. Здравствуйте. Прекрасно выглядите, как дела? Отлично. Все прекрасно. Так, что у нас сегодня? Так, а ну глянем. Мау, рыбка красная, икра черная, рябчики фуа-гра. Эх, надоело это все, знаешь... Иногда так хочется дешевого куриного паштетика, да на хлебушек черствый, да мивинка это все сверху полирнуть, а? Стась, слушай, все, забудь. Ушла Надя Савченко, ушла эпоха. Ушла. Слушай, ешь, что дают? Да понял я, понял. Так, а... О, смотри, смотри. Молодежь нынче пугливая, а? Молодой! Иди сюда! Да иди сюда, не бойся! Давай, 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 ближе! Здорово! Добрый день! Как зовут? Нолик.
Что ж ты такой худой, Толик? Ага. А я просто по столу у Юзика живу. Поселился за ним. У Юзика, понятно. Да. Ну, ты знаешь, не самый плохой вариант. Ты, самое главное, под стол к Стефанчуку не лазь. Угу. Там, говорят, не то, что крошки не падают. Там даже наши пропадают. Угу. Да, и к Дубинскому тоже не лезь. Да у него крошки не допросишься. Да прям такой жадный. Не, ну, в принципе, понять-то его можно. Он же, как и мы, с чужого стола кормится. Да. А вы, кстати, ребята, где живете? О. Мы? У Ирки Геращенко в голове. Угу. Но думаем съезжать. Да. А что? Людно там. Живем, как в общаге, блин. А ты ешь, ешь, что стоишь. Можно, да? Спасибо. Можно зачатись та голосувати. Погоди. О, слышь? Знаешь, что на синтезаторе? Наш дружок Серега. Ой, да ладно. Серьезно. Да в этой раде без нас ни один серьезный закон не принимается. Да если б я тогда в декабре по калькулятору Гончарука не пробежал, да хрен бы они в этом году бюджет приняли, ты понял? А главное, благодарности ж, блин, ноль. Но... Увидел меня, поднял папку, говорит, киш, муха. Муха, муха. Вот что за человек, а? Ни в экономике, ни в насекомых не разбирается. Ну, а вообще у нас тут опасно. Ты знаешь, ни за что не прошу, помирить можно. Угу. Помирить, это как? Ну, как Костик наш, а? Костика, ну? Помнишь-то, а? О, знатный был таракобот, а? За Петра Алексеевича жизнь отдал. Смысл? Ну, его там на избирательном участке бюллетенью прихлопнули. Хабась! Аккурат в квадратике за Порошенко раздавило. Кошмар. О, опять Санек фотографию с отдыха в Инстаграм выложил. Класс. О, а ага. Санек где? А ты увеличь. Ага. Увеличь. Ух ты! Вот Санек. Это что, он на Сейшелах? На Сейшелах, да. А как он туда попал? Да, его в чемодане жук Коломойского привез. Какой жук Коломойского? Ну, Богдан. Вот вы, конечно, веселый ребят. Да у нас вообще тут весело. Ты знаешь, я как-то заскучал 2 месяца назад. Взял и киви в штаны залез. Так это я у него в штанах ползал. Хотя с нынешним составом Рады развлечения не те. Не те. Не. Помнишь, как мы подумали, что этот Добкин-младший за колонной муку рассыпал, а? Конечно, помню. Я эту муку помню. Мы потом с тобой 2 месяца с такими глазами по Раде бегали. А он за нами. И главное, орет. Слушай, пацаны, не палите, пацаны, не палите. Подожди, подожди, еще Добкин с тараканами разговаривал? Да он вообще тогда как мы был. Кто-то свет включает, мы в одну сторону, он в панике в другую. А мне больше, кстати, этот Поруби нравился. Вот такой мужик, а. Он когда говорить начинал, а если при этом еще и ел, ну, нам на 2 недели хватало. А вообще народ был великолепный, ты знаешь. Супрун, помнишь? Я вообще считаю, что ее, ну, нечестно выгнали. Чего? Я у нее как-то в кабинете по этим наброскам законов ползал. Ага. Так вот, она вот-вот закон чуть не пропихнула, что нам попки лизать полезно. А это полезно? Рано выгнали. Молодец. А вот то, что, кстати, Ляшко не переизбрали, это хорошо. Орет постоянно, кулаком по трибуне бьет. Я мимо пробегал, он мне по спине как хряснет. Да ладно? Ага. Как ты выжил-то? Так, а ручка-то у него мягонькая. Кожа нежная, бархатная такая. Я потом еще неделю кремом клубничным пах. Для рук? Надеюсь. Так, шухер, мужики, Кличко! Кличко! Кличко, о, прячь! Что за кипиш, ребят? О! Изюм, мой любимый! Я вас умоляю, вот что, таракана от изюма не отличит? Конечно, это ж Кличко! Прячься, о, говорю, прячься! Мне Каскова. Одной из самых громких новостей последних дней стала передача украинских железных дорог в концессию немецкой компании Deutsche Bahn. Хотя мало кто знает, что Укрзализнице также интересовалась парфюмерная компания Chanel. Их интересовал секрет запаха украинских поездов, который на одежде держится дольше, чем все духи вместе взятые. Как бы там ни было, но теперь немцы будут помогать нам реформировать железную дорогу. Поэтому наши поезда теперь будут ездить не тух-тух-тух, тух-тух-тух-тух, а... Тух, 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 тух. Смотрим.
страна. Уже 45 минут, как Ганс должен быть на месте. До поездки в Украину он никогда не опаздывал. Страна. А вот и он. Ганс, komm zu mir. Ганс, wie опоздать на 45 минут? Это фигня, 45 минут не опоздание. Ганс, с вами все нормально? Нет! Как вы могли ввязаться в эту авантюру? Ганс, я вас не понимать. Укрзалезница — это ад. Сначала у них правил поляк, потом поляк? Назначили чеха. Чеха. Потом втянули нас, немцев. Как мы сами не догадались, что они сами эту фигню не могут управлять? Неужели все так плохо? Конечно, плохо. Там полная антисанитария. Я видел в вагоне окно, на котором написано «Помой меня» и с одной, и с другой стороны. Кошмар! Это не кошмар. Это не кошмар. Если вы едете в плацкарте и покупаете билет на нижнюю полку, и там едет с вами бабка, вы стелите постель, вы стелите не себе, вы стелите бабке. Бабке! Бабке! Кошмар! Да. А еще там будут проводницы вас за 2 часа до прибытия поезда. Но это же хорошо, когда будут. Хорошо, конечно, но мне нужно было ехать всего 2 часа. Меня начали бить еще при посадке в вагон. О, май год! О, май год, у них даже нет биотуалета в Пёте. Подождите, а как... А как? Просто приходишь и нажимаешь педальку, и все это вылетает на рельсы. Нажимаешь педальку? Педальку нажимаешь, и все вылетает на рельсы. Помните, мы говорили, что нужно Укрзалезницу восстановить за 2 года? Ну? Потребуется больше времени. Варум? Почему? Потому что нужно сначала отмыть рельсы. Ганс, возьмите себя в руки. Да что? Осматривать Укрзалезницу с вами ехала целая делегация специалистов. Ну? А вернулись только вы один. И что? Где остальные? А вот они. Вот они. Что это? Зачем вам это все? Мы не знаем. Зачем тогда вы это покупать? Было страшно. Вы бы сами купили, если бы этого в окно ночью совали про все эти. Какой ужас! А, ужас нет! Это еще нихт ужас. Вот сейчас мы расскажем, что такое настоящий ужас. Что сделать в Залезнице план? Мы к вам приехать с Deutsche Bahn. И чтоб понять, как все арбайтен, купить себе билет в плацкартен. Иду по узенький проходен, тут ахтун, ахтун, чьи-то ноген. И весь вагон сидит в слезах, на верхней полке хер в носках. Внизу за столиком хозяйкен достала кургам леко яйко. Он угощать меня котлетен, еле дошнелен в туалетен. Но не ферштейн я ни хрена, тут в унитазен нету дна. Стучит мой фюрер, проводница, не даст мой план осуществиться. Проклятый санитарен зонен, я в тамбурен был опозорен. Будь проклят шайзе пятихатки, мне в щель еда пихают банкен. Удар! 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 Приснился мотоцикл папин, а то сосед со стенкой храпен. И на соседней полке справа один мужик всю ночь der Frau. Но через несколько минут все стало тихо, супа гуд. Я наконец-то буду спать. Но чей-то киндер заорате.